Свечки тушим, свечи. Крестный родитель отдает свечи, кого вы крестили. Поняли, да? Свечи отдаем тех, кто крестили. Поняли, свои свечи и их свечи забирают их родители. Эти свечи мы зажигаем, когда у нас будет День Ангела. Или ребенок будет болеть, нужно будет зажечь свечу, помолиться, опять спрятаться. Потому что свечи должны хватить, пока мы живем. Поняли, да? Полотенце, которое держали, больше использовать нельзя будет. Нужно будет высушить и спрятать дома. Поняли? Помилуй нас, Боже, повелитель, милости Твоей. Боже, чему пути помилуй, Господи, помилуй, Господи. Еще более тем видом, Господи, начинать всех потрясти, всех потрясти, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Области и войска, это их обусловленные, которые у тебя на мочете. И еще молимся, милости, видимо, здравия, спасения своим прихожим, Бог Божий. Крестные родители, имена свои называйте. Еще молимся о Господе, рабе Божий, Господе, рабе Божий. Анастасия, Анна, Никита, Михаил Александр, София, Михаил Дарий, Святослава, Славии, Милани, Мария Александра, Ангелина, Дамиана, Романа, Сергея Богдана, Яко милости, человек, Бог, тебе слава, своя, отцу, и Богу, Христе, Боже, наша, слава тебе, Христе Боже, наша, слава тебе, слава отцу, и Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, и дай Святой Божий Иоанна Христов, истинный Бог наш, выглядящий своим матери сердца, и помилуй, Господи, яко благо человека любит, аминь. Господу помолимся, избавление грехов, святым крещением, работу мы даровали, рабе Твоей даровали, так и им подавали. Сам, Владыка, Господи, посвяти лица Твоего, сердце Его, воззаряди вину, поклонись,